Детская игровая площадка в Центральном парке опустела. Горожане обеспокоились, не пострадали ли горки и качели от вандалов. Но на сей раз причина другая. Оборудование нужно отремонтировать. В том, что площадку пора обновить, убеждены мамы и бабушки, которые приходят сюда с малышами. Качели побольше детских, простых качелей, обыкновенных, чтобы малыша-то могли кататься. Площадка должна быть такая, чтобы не было грязи. Прежде всего, весной невозможно гулять с детьми, потому что все залито водой и грязью. Может быть, надо было сделать искусственное травяное покрытие. Существует такое. Старое оборудование демонтируют специалисты предприятия «Лаби Картошина Д». Все элементы сложены на производственной базе, где их отремонтируют и восстановят. После этого уже будет управление коммунального хозяйства решать, куда их поставить, да, потому что на место этих старых площадок уже есть проект, да, и будут закуплены новое оборудование, более интересное, более красочное. Итак, площадка в Центральном парке к лету должна преобразиться. Средства на новое оборудование и современное покрытие уже заложены в бюджете. А что с песочницами, качелями, лазалками во дворах? В городе насчитывается 187 детских дворовых площадок и еще 15 в парках и скверах. Их уже в апреле начнут проверять и ремонтировать работники предприятия жилищно-коммунального хозяйства. По программе модернизации в городе появится 11 новых мест для отдыха детей во всех микрорайонах. На эти цели самоуправление потратило около 60 тысяч евро. По конкурсу закуплено новое оборудование, отвечающее европейским стандартам. Сейчас мы ждем погодных условий, когда уже окончательно оттает земля. Мы тогда будем производить бетонные работы и устанавливать во дворах эти площадочки. План согласован с управлением коммунального хозяйства, да, и в соответствии с этим планом площадки будут устанавливаться. Напомним, что по решению Думы жильцы могут благоустроить дворы и по собственному желанию. Софинансирование самоуправления при этом составит 50% затрат.